В Госдуму внесен законопроект об отмене платной эвакуации автомобилей. Эта инициатива принадлежит депутатам от партии «Справедливая Россия». Они считают, что платная доставка и хранение машины на спецстоянке – несоразмерное наказание за неправильную парковку. Правозащитники также уверены, что взимание платы за принудительную эвакуацию противоречит Кодексу об административных правонарушениях. В КоАП сказано, что хранение автомобиля на спецстоянке осуществляется до устранения причины задержания. Как только автомобиль эвакуируется, он уже больше никому не мешает. Значит, вернуть машину владельцу должны незамедлительно.